Всем привет! Сегодня у нас суббота, сегодня у нас свободный день от интенсивной тренировки, от напряжения мышц, от мышечных упражнений. Но при этом сегодня я вам предлагаю начать тренировать новые мышцы, мышцы нашего характера. И первая, самая главная мышца вашей личности, которая единственная, которая приведет вас к цели, приведет вас к победе, это настойчивость. И только настойчивость, во что бы вы ни верили на самом деле, вот к чему бы вы ни стремились, чего бы вы ни хотели достичь, только благодаря этому, только благодаря настойчивости вы действительно сможете достичь своей цели. Вспомните обо всех великих людях, обо всех известных людях, которые ушли уже из жизни, которые сейчас есть, обо всех успешных бизнесменах, об актерах, о ком угодно. Только благодаря своей настойчивости они реально стали тем, кем они являются сейчас, кем они стали, какими их знает мир. Потому что у них тоже было много ошибок, провалов, неудач, каких-то разных обстоятельств в жизни, об которые они спотыкались, но они вставали и шли дальше, благодаря своей настойчивости. Ее ничто не заменит, на самом деле. Ни ваш талант, ни гениальность, ни образование, ни какие-то отточенные навыки, ни опыт, ничто не заменит настойчивость. Только настойчивость приведет нас к цели. И ее нужно укреплять. Это не то, что у нас есть с рождения раз и навсегда. Это та мышца, которую нужно также тренировать, также усердно и усиленно, следуя шаг за шагом, так же, как мы делаем это на своих тренировках с телом. Сначала у вас есть какая-то ваша мечта, да, вот что касается фигуры, ваш идеал. Идеальная фигура, к которой вы стремитесь, это ваша идея, которая поселяется у вас в голове, и вы в нее влюбляетесь. И вот эта влюбленность в свою идею, которую вы хотите реализовать, зарождает настойчивость двигаться к ней, двигаться вперед, дальше, делать какие-то шаги, действия, какие-то методы. Дальше вот с этим зародышем настойчивости вы должны работать самостоятельно. Это ваша личная ответственность. Заберите ее от меня, вот, пожалуйста, берите ответственность на себя, на то, что вы будете следить за тем, насколько настойчиво ваши действия, насколько длительна ваша настойчивость, чтобы вы дошли до конца, не наполовину, не на 99%, а только на 100%, только тренируя себе настойчивость. И тогда никакие жизненные обстоятельства, никакие внешние какие-то условия, события, там, может быть, какие-то неприятности или просто неудобства какие-то, отсутствие комфорта, там, и, не знаю, мнение чужих людей, которые вам могут какие-то советы давать, отговаривать вас, ругать, там, мешать как-то, еще что-то. Все что угодно, вот любые трудности, которые будут встречаться вам на пути, будут просто рассыпаться, будут разлетаться в пух и прах, если у вас будет достаточно настойчивости. Если каждый день, каждое свое действие вы будете проверять вопросом, то, что я сейчас делаю, ведет меня к моей цели? Мой вопрос к вам прямо сейчас. Отвечайте, не задумываясь. То, что вы сейчас делаете, ведет вас к вашей цели? То, что вы сделаете через минуту, будет вести вас к вашей цели? То, что вы собираетесь сегодня съесть, будет вести вас к вашей цели? Как вы сегодня собираетесь провести свой день, будет вести вас к вашей цели? Как вы сегодня собираетесь провести вечер перед тем, как ляжете спать? Это приведет, это ведет вас к вашей цели, к вашей мечте, к вашей идее, к вашему идеалу. Пользуйтесь.